Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы с вами соберем сборку из 11 штук. То есть 11 карт будет. В чем прикол этой будет сборки? Ее можно будет переделать для слабых ПК и спокойно у вас запустится. Давайте приступим. Но прежде чем приступить, отдельная благодарность Алексею за 200 рублей. Большое спасибо тебе. Если кто хочет помочь каналу, ссылочка в описании. Давайте приступим. Первое, что мы с вами ставим, это карту ВКС Кассетс. 18. Поставили. Следующее, что мы с вами ставим, это карта Казахстана. Model Map. Карта Казахстана версия 1.2. Запомните. Это очень важно. Ну, есть 1.4, но она автономная. Начинаем ставить Волга Map. Волга Map у нас также остается 0.1, но она скоро обновится. Но не думайте, что она пойдет на DirectX 11. Она также останется по дефолту для DirectX 9. Ставим Model 2, Model 1, Dev. Ставим русификатор. Русификатор у нас также для версии Казахстана 1.2. Поэтому, если картинка будет отличаться, ничего страшного. Это не я хочу вас запутать. Просто автор решил обновиться, либо разные авторы. Ставим аддон Урал. Поставили. Что можно сказать по аддону Уралу? Урал у нас остается в версии 1.1, смотрите, что тут B, 1.1, просто автор тут не поменял значение, ничего страшного. Ставим южный регион, модул 3, модул 2, модул 1, Dev. Все легко и просто, Dev у меня идет от Дениса Кудинова, с канала Добро Едет в группе. Спасибо ему огромное. Не знаю, где у кого какие проблемы возникают, все нормально. Может, это не адаптация идет к DirectX 11 такая фиговая, что у вас пропадают текстуры. Может быть, вполне. Поэтому идем дальше. Ставим Гукова. Гукова у нас в версии. Не обращайте внимания, соседи переехали у меня сверху, и теперь начался хаос. Стиль такой музыки. 1.2. Поставили. Ставим Русмап Dev. Начинаем его ставить. Дальше у нас идет карта Paramods. Paramods 2.41. Assets 1, 2, 3. Media Map Dev. Ставим аддон Paramods Ближний Восток, который вышел недавно, и из-за него сейчас есть маленькие проблемки. Чуть дальше расскажу, какие. Ставим Dev и Map. Assets. Поставили. Идем дальше. Ставим RusMap. Model 2. Model Map. Поставили. Ставим Fix. Fix на номера. Многие говорят, что из-за них проблемы. Да, есть такие проблемки, как номера пропадают, становятся малюсенькие на карте RusMap. Поэтому этот фикс исправляет, а связана эта проблема именно с промоцем. Ставим коннектор версии 4.0, промоц 2.41 и плюс русмап 1.9.0. Поставили. Ставим границы. Границы заменяются на территории промоца к русмапу. Там появляются обновленные границы. Можете ставить, можете нет, дело ваше. Ставим Волгам Map. Заканчиваем мне ее ставить. Dev. Поставили. Дальше идет у нас Румыния. Румыния у нас в версии 2.2. Ставится все по картиночке. 4, 3, 2, 1. Один непростой под версии 2. То есть отдельно его надо будет скачать и обновить. Иначе у вас будут проблемы с DirectX 11. Ставим русификатор для версии 2.2 для карты Румынии. Поставили. Ставим коннектор. Коннектор русмап. Вот этот коннектор я вообще откуда не знаю, откуда он у меня взялся. Но он что-то у меня тут делает. Что он забыл? Видать, сборку торопился и забыл.
Сейчас давайте мы его заменим на другой коннектор, потому что почему-то у меня он стоит именно. Так, видать, я на английском пишу, вернее, на русском, поэтому давайте поменяем. Должен стоять коннектор вот этот. Опускаем его, давайте заменим сразу, чтобы у вас не возникли проблемы. Вот, коннектор Paramods 2.41 для Румынии 2.2. Версии 3. Есть версия 2 и есть без версии. Если вы ставите без версии 2, там могут быть проблемы, именно разрыв дороги. Не то, что разрыв, он визуально, дорога есть, но по ней проезжаешь, и вы проваливаетесь. Поэтому требуется либо последняя. Но есть на последней версии именно проблемы, то, что при загрузке у вас загрузка растягивается. Вот такие, в принципе, пироги. Но это чисто визуальная проблема, вы на загрузку вечно не будете смотреть. А вам важна карта, и чтобы не было с ней проблем. Поэтому ставим версии 3. Ставим VKS DevMap 1.8. Поставили. Следующий у нас идет Paramods Addon Fix паромного сообщения Турции с аддоном Paramods Ближний Восток. Вы скажете, зачем он здесь вообще нужен? Так как вышел мегафикс, который исправляет эти проблемы. Есть визуальная проблема, о которой я расскажу выше. Ставим коннектор. Коннектор у нас получается идет VKS, то есть картой Турции с картой Южного региона. Ставим еще один коннектор. Коннектор для карты Парамотса с картой VKS. Не смотрите, что 171 написано, на самом деле он и подходит на 1.8. Спокойно идет. Ставим еще один фикс. Этот фикс у нас для Казахстана с картой Турции. Поставили. Ставим шведы на острова 1.10. Я не знаю, зачем их сюда поставил, так как карт все равно 11 штук выходит. В принципе, можно округлить и 10 получится. Это просто я поставил так, чтобы он был. И ставим фикс. Фикс суперзум. Суперзум я взял с картой Румынии. Но он непростой. Объясню почему. Он переделан. Он переделан. Если вы скачаете новый фикс суперзума, либо мегазума, на мегазуме проблема и на старом, и на новом, то, что карта получается... Карта выходит из-под подложки. То есть карта оказывается в открытом море, в одном месте, в районе Венгрии. Вот такой, в принципе, проблема. Это все легко и просто исправит, я покажу как. Мы ставим фикс суперзум, но прежде чем мы его скачать, вернее, прежде чем его закинуть в игру, вы должны изменить кое-какие строчки в этом фиксе. Поэтому давайте перейдем ко второй части, и я покажу, как это сделать. Так, дорогие, вот в принципе и вторая часть. В чем она заключается? В чем я хочу вам показать? Вы заходите на сайт Румынии самой карты. Как вы видите, есть тут моды. Есть последние моды, которые можно посмотреть в этой теме. Тут есть для этого дополнение. Мы их не качаем. Возникнут проблемы, очень сильные проблемы, которые вы пожалеете. Это сдвиг карты. Получается, мы качаем вот этот фикс. Вот этот фикс качаем. Супер зум для промоции. Нажимаем его. Переходим на скачку. Все легко и просто качаем. Не смотрим тут рекламка, за которую автор получает денежку. Скачался. Открываем его. Открываем папку dev. То есть в WinRAR открываем папку dev. Вот видим один файл. Map Data. Открываем его. И вам надо будет изменить последнюю строчку этого фикса. То есть находим вот эту строчку. И тут видите, 15 тысяч на 8600 написано. Но проблема в том, что эта проблема заключается, которую надо изменить. Поэтому... переходим на сайт, который я
оставлю ссылочки. Почему, скажете, я не могу это сам сделать и опубликовать? Потому что за этим модом авторство. Если я его нарушу, мне в ближайшее время не продадут карту Румынии и так далее. А мне, в принципе, это как-то не по себе. И промоц на меня обозлится и так далее. Поэтому мы решаем эту проблему как можем. Переходим по этой ссылочке. Сейчас я Сейчас я ее найду сначала. Вот, переходим по ссылочке. Как вы видите, тут все информация написана у меня, что надо заменить. Ну, некоторым это непонятно, поэтому переходим вот по этой ссылочке. Paramount Net на... Вот по этой ссылочке открывается. И тут у нас есть вот это сообщение от автора, которое говорит о том, что надо заменить вот эту строчку вот этой. То есть мы ее копируем. Перекопировали. Все. Замечательно. Вантандер мне не заплатил, поэтому закрываем ссылочку. И вот эту ссылочку, вот эту строчку мы меняем на эту. И нажимаем сохранить. Появится у вас табличка WinRAR. Файл такой-то был изменен. Обновить его в архиве. Нажимаете. Ну, конечно же, да. Куда же без этого. Все, файл обновлю. Закрываем его. И теперь просто то, что вы скачали, переходите в папку этого мода. Нажимаете вырезать, чтобы не оставлялся лишний мусор в загрузке. Переходите в мод и вставляете его. Просто вставляете. Плюс не только что вы ставили. Например, у вас много фиксов, и он не заменяется, не хочет, да? И чтобы вам было понятно, вы можете вот так сделать. Его взять, переименовать. Вот версия он, ну, один не будет вот этого написан, просто я уже много фиксов качал. И у меня здесь целая помойка, как говорится. Вы нажимаете, ну, по-разному его можете назвать, например, просто, чтобы вам понятно было, чтобы он в первой строчке появился. И так далее, вы нажимаете, например, какие-нибудь цифры, например, 5, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 8, там, и так далее. Все, он у нас в архиве. Закрываем, и на этом, в принципе, все. Переходим назад в игру. Так, дорогие друзья, вот мы с вами опять оказались в разделе модификации. Почему я вернулся? Сюда надо будет опять поставить, кверху, фикс южного региона. Плюс фикс DirectX 11. Это тоже с сайта Румынии. Ссылочки все я укажу. Вот что вы сделали, у вас оказалось первым. То есть зум вы обновили, как я вам показал. И в принципе, вот она, эта надпись, которая подняла его самый верх. Вот вы ставите и все. Остается только один. У меня просто он уже стоит обновленный. Что еще можно сказать? Если кому-то не нужна Волга Мап, убираете ее. Вот нажали, убрали. Все, нету ее. Кто-то не хочет Турцию. Пожалуйста, отключили просто все коннекторы Турции. И саму тоже Турцию. Вот ВКС. И нижнюю Кассетс тоже отключаем. Кому-то не нужна Румыния. Пожалуйста, убираем Румынию. Все дороги, все коннекторы тоже убираются. Вот он у вас осталось без Румынии. Но если вы убираете Румынию, то надо будет и убрать аддон Урал для Казахстана. Потому что он без Румынии не хочет запускаться. Поэтому вот она, сборочка для слабых ПК. Раз, два, три. То есть раз как-то, два как-то, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь карт. Шведен острова тоже можно убрать. Если кому-то они не нравятся. В принципе, не требовательна карта, вернее аддон. Давайте перейдем к третьей части. Так, дорогие друзья, вот мы и загрузились в игру. Почему я уставился именно на Исландию? Я говорю вам еще раз,
объясняю. Это с тем связано, что вы сейчас суперзум, переделали, прописали. Мегазум не используете. И суперзум тоже обновленный. Почему? Потому что у вас вот этот город Хём, Вик, он съедет вот сюда. Вот тут окажется. И скорее всего, когда вы здесь окажетесь, начнутся вылеты, несовпадение секторов, потому что произойдет, и игра будет, ну, крашиться. А может и не будет, но все-таки визуально это некрасиво. Поэтому мы использовали этот суперзум версии 2 для промоции, еще дописали эту строчку, вернее переделали ее просто. Конечно, я больше люблю мегазум, но проблема с ним такова. Еще раз повторюсь, я бы мог переделанный файл опубликовать и вам дать, но сам основатель этого мода, он сотрудничает с картой Румынии, с разработчиками карты Paramods, он мне спасибо потом не скажет. Поэтому придется вам самим ручками делать. Ничего сложного, я вам все показал. Не надо видео пропускать. Как вы видите, Турция. Для Турции я, по-моему, забыл поставить русификатор, но в моей группе есть русификатор и показано, как он ставится. И я, в принципе, ну, сделаю скриншоты и покажу, как можно. Для Урала я пробовал тоже сделать русификатор, но проблема в том, что там что-то взаимосвязано. Если для Турции легко и просто сделать его, то здесь нет. Не получается. А почему? Потому что два русификатора используются, и прописка Урала идет как Кавказ. Как Казахстан, то есть. Поэтому вот такие приходится дела с нами делать, объясняться и так далее. Разрывов нигде нету, это 100%. Вылетов нету. Я проверял на своем профиле, у меня такой же почти что профиль, только несколько карт добавлено. Все спокойно работает. Я не знаю, чем у вас там связано. Может, тут как раз этого DirectX 11, который я до этого использовал, может, он с DirectX, ну, ошибки показываются, и поэтому текстуры пропадают, и вы вылетаете. Но больше всего я делаю предположение, что вы свою сборку не начинаете с нуля. А почему? Потому что вы боитесь потерять свои сохранения. Я это все прекрасно понимаю. Не обращайте внимания, у соседей начался сезон Артхауса такой. Поэтому там шумят. Вся эта сборочка нормально функционирует. Повторюсь, вот эта сборка состоит из 11 карт. Это Турция, Степи Казахстана, версия 1.2. Волга Мап, 0.1. Ну, в ближайшее время 0.2, а может 1 сразу выйдет. Не знаю, как автор решит. Вот на неделе чуть-чуточку потерпите, но он будет поддерживать DirectX 9. Может и будет запуститься на DirectX 11, может нет. Но если даже нет, то я думаю, кто-нибудь сделает фикс и обновит эту всю приблуду. Южный регион 7.9.0, Гукова, Русмапа 1.9.0, Сергея 0.61. Огромное ему спасибо за обновление. В ближайшее время Русмап, по-моему, еще раз обновится. Ну, пока играйте на этом, там посмотрим, если какие-то возникнут проблемы, обновим сборочку, сделаем все. Если даже и старый профиль постараемся сохранить. Промоц 2.41, аддон Промоц Ближний Восток, это который недавно вышел, из-за него пришел всю сборку переделывать. Румыния 2.2, Шведен Острова 1.10, без фикса. Давайте посмотрим вообще, есть ли соединение с Промоцом. Как вы видите, все спокойно, соединение есть, проблем нету, текстурки прогрузились, но это не страшно. Это у всех бывает. Сборка из 10 карт. Куда еще? Вернее, из 11. Просто я по бумажке смотрю, а там я еще аддон Урал добавил. Румыния 2.2. Шведен Острова 1.10.
и Урал-Адон для Казахстана, для которого, к сожалению, нет русификатора. Вот такие, в принципе, дела. Что я вам посоветую, чтобы у вас не вылетало? Не надо 1001 модификацию графики ставить. Что-то одно выбрали и поставили. Многие моды на графику, не, так как это графика, это по сути погодный мод. Могут возникнуть проблемы с южным регионом, могут вылеты начаться. Это 100 я могу процентов сказать. Потому что так в южном регионе и прописано, что изменение погодных модов нежелательно. Не надо 1001 тоже модификацию прицепов ставить. У вас вылетает? Конечно, будет вылетать, потому что где-то... Вот сегодня мне или вчера пришло сообщение, у человека используется около 15, по-моему, а может и меньше, может больше, если я не ошибаюсь, модификации прицепов. Понимаете, в чем дело? Конечно, они все будут вылетать. Во-первых, вы их неправильно ставите. Как должны моды ставиться? Прицеп, скин. Либо прицеп, фикс, скин. Заново другой мод, прицеп, скин и так далее. Также и грузовики, а вы ставите прицеп от одного модера, прицеп на другого, на третьего, на четвертого, на пятого, на шестого. И все это дело вы портите. Так тоже делать нельзя, поэтому соблюдайте какую-то, ну... спецификацию модов, по порядку их устанавливаете. Плюс вы ставите скины, трафик, графика. Например, если прицеп поставили, один не вылетает, хорошо. Другой скачали, поставили, не вылетает. Третий скачали, начались вылеты. Все, убрали этот, заменили другим и так далее. Такие у вас проблемы могут и быть. Не надо потом жаловаться, у меня вылетает. Я не мододел этих модификаций, понимаете? Я не создаю прицепы. Я не создаю, по сути, ничего, кроме контента, как собрать это все в едино. Я знаю, как ставить правильно карты, как правильно ставить прицепы, как графику. Но я не знаю, контачат ли они друг с другом или нет. Поэтому, ну, тут уж сами, пожалуйста, выбирайте. Вы можете мне отправить лог, попросите. Отправить скриншот, если много, я так вам говорю, постарайтесь убрать что-то до одного прицепа поставить и проверить. Если он нормально работает, второй подключили. Работает? Нормально. Третий поставили, о, вылет, убрали. Четвертый заменили. С ним нормально. И так далее. А вот и все, что я хотел на данный момент вам сказать. Это сборочка из 11 как, также вы можете ее переделать под свою, 7-8 сделать, без разницы. Все спокойно будет идти. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, вступайте в паблик. Если хотите помочь этому каналу, ссылочка в описании. До скорого, до новых встреч. Еще желательно смотрите до конца видео. Иногда бывает очень-очень полезно быть. Вдруг что-то пропустите. До скорого. До новых встреч. Пока.